Друзья, всем привет! Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня вы видите, у нас сегодня очень много посылочек. Это не потерянные посылки, но это тоже посылки с Amazon. Перед тем, как мы начнем видео, я вам просто хочу объяснить, потому что я уверена, многие начнут писать в комментариях: вау, откуда столько посылок, ну и всякие разные глупые вопросы. Хочу сказать, что у нас в Америке раз в год проходит Prime Day. Так называется эта распродажа. На Амазоне очень много всего выходит на распродажу, 50, 70, 80%, иногда даже 90%. Но не все по хорошей цене, нужно, конечно, искать и смотреть, что выгодно. Поэтому все, что вы видите здесь, мы так шопимся раз в год, друзья, не подумайте. Не каждый день, не раз в месяц. Это на самом деле первый раз, как я купила столько коробок и вообще столько товаров на Амазоне на этот день распродажи. Я знаю, что в посылках, потому что я все заказывала, но для вас это будет сюрпризом. И также, думаю, надеюсь, будет интересно, как и распаковка потерянных посылок. Здесь у нас витамины, товар для дома, много всего для девочек на осень-зиму, потому что цены растут, я решила тоже немножко одежду купить, там чуть-чуть для Дэвида есть. В общем, я вам давайте все покажу, буду все открывать. Сегодня у нас за кадром Нуэлька, она сегодня снимает, и она мне говорит быстрее. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, давайте начнем. Я принесла ножик и будем открывать разные посылочки. Это, по-моему, для нашего папы. Так, для Дэвида. И он себе заказал, я ему заказала майки, шорты. Это на лето еще. Сейчас мы посмотрим. Да, маечки. Эти майки тоже были на большой распродаже. Они были по $25, но, по-моему, они стоили до 10. Тоже хорошая цена. Здесь у него... И что? Давайте шортики тоже откроем. Посмотрим. Мужские шорты. Тоже от Under Armour, его любимая фирма. Вот такие вот шорты. Они ему очень удобны, с карманами. Очень классные. Он доволен. Я уже ему такие заказывала. Здесь еще... Еще шортики темно-синие, и здесь у него майка. Сейчас посмотрим. Все, что ему не подойдет, я могу это вернуть без проблем. У меня это все примут. Вот такая еще красная маечка. Хорошо видно? Так, это первая маечка. Также, друзья, я заказала еще для школы немножечко school supplies, поэтому если будет здесь что-то, чтобы вы знали. Это ты заказала новую? О, я. Это твоя книжка? Yeah. Это Нолька себе заказала. А что здесь делать? Ха, это что? You draw a character and then you have to name personality traits. Ты и личности. Окей, хорошо. Это себе Нолька заказала. Следующий пакет. Здесь у нас джинсы. Друзья, я еще заказала подарок. Кстати, здесь у меня тоже много подарков, так как было на распродаже. Я заказала ранглерские джинсы для своего папы. Он меня попросил, оставалось полчаса до конца распродажи, я ему позвонила, попросила джинсы. Открывать я их не буду, так как это подарок. В общем, джинсы стоили $50, если не ошибаюсь, я заказала их за $11. Это суперская цена. Мы тоже это сюда поставим. Так, следующий, друзья. А здесь у нас легкая курточка, по-моему, для Алексюши. Куртку тоже я заказала с 80% скидкой. Вот такая вот курточка на осень. Даже не знаю, может, даже для Наоми подойдет. Видишь, какая хорошенькая. Она водонепроницаемая, стойкая. В общем, для школы ей будет очень хорошо. Друзья, это нужно в каждом доме. Это зубная нить. Она тоже была на огромной распродаже. У нас такая индивидуальная стоит где-то $4, а я всю пачку заказала за 9. К
кстати, я вам заказала альбомы, которые тетя Катя попросила для арт. Вот они и пришли, вот альбомчики. Вот такие, да, для школы у вас? Так, друзья, это альбомы, это самая хорошая фирма, Carson, наша ученица по рисованию, моя как бы двоюродная сестра, она работает учителем, она сказала, эти альбомы самые хорошие. Поэтому, если вы живете в Америке, я очень советую такие альбомы для детей. Я уже знаю, у нас в гараже нету. Здесь. А здесь тоже для школы. Здесь краски. Вот эти. Fine Touch. Тетя Катя сказала эти купить. Тоже, друзья, это Watercolor. Очень хорошие краски. Я купила 3 штуки для девочек. Друзья, следующая длинная у нас коробка. Я ее открывать не буду. Там много этих вот. Но это подставка под одежду. Я себе хочу сделать небольшой ремонт в офисе. И хочу туда поставить одежду на дисплей для своего английского канала. Делайте видео с одеждой. Так, давайте начнем с маленьких. А это папа заказал. Это называется jump starter, это для машины, если не заводится аккумулятор, вот чтобы завести его, он такой мини, и с собой всегда его удобно положил на заднее сиденье, и не дай бог остановится машина. Мы его купили, по-моему, он тоже 50% распродажи было. Дэвид его купил, я не знаю, сколько он стоил. Так, маленькие кусочки, давай я открою маленькие все, а потом пойдем большие. Здесь у нас, слышала про этот бренд, говорят, очень хороший, я его себе заказала, он был не на распродаже, просто он с зеленым чаем, и это мусс для кожи, мыть кожу, посмотрим, я его использую и дам вам знать, хороший или нет. Друзья, здесь у нас витамины, это мне с Fish Oil, рыбий жир с дикой Аляски, это очень хорошая фирма, я себе постоянно заказываю. Здесь мы заказали витамины, мультивитамины для девочек от этой фирмы Mary Truth, очень хорошая тоже фирма. Но вы консультируетесь с врачами, а это от стресса, таблетки или жевательные такие, расслабляет, успокаивает. В общем, я взяла немножко, чтобы было. Подарок Наоми. Так, у нашей Наоми через пару дней день рождения. Я заказала ей такой комплект, он тоже был на 50% скидки. Это марокканское масло. Очень хорошее шампунь, масло и такой заканчивающий мусс, как бы, для волос. Вот, это ей подарок, один из подарков. Я ей заказала, мы пользуемся этой фирмой, она очень хорошая. Здесь у нас кроссовки. И, по-моему, это летние кроссовки. Тоже от фирмы Under Armour. No, it's Papa's. От фирмы Under Armour. И мы взяли для волейбола и для школы. Они стоили где-то $70. Я взяла их за $24. Они большие, были на большой распродаже на этом Prime Day. Already. Я потому что была на большой скидке. Видишь? Давай я покажу зрителям, но потом быстро уберу. Так, друзья, это было на большой распродаже. Это для Лекси. У меня день рождения через пару недель. Стоило тоже до $20, а изначально цена где-то 60. Я это спрячу, чтобы она не видела. Так,
Осталось еще 5 коробочек, внучка. Давай вот эту откроем. Здесь у нас... No, 6, there are 2 right here. Окей, сейчас. Еще я заказала постельное белье, одеяло для Наоми. Вот это для Наоми. Я его вытащу, оно сейчас раздуется. Она попросила, и тоже оно было на большой распродаже. Это просто просто одеяло. Белое одеяло такое, хорошее. Тоже открывать его не буду, она его сама себе. Так, давай вот эту. Давай вот эту. А, это куртка мне пришла. Сейчас посмотрим. Так, друзья, смотрите, такой горчичный цвет. Я себе решила куртку заказать. Пойдет, не подойдет. Сейчас посмотрим. Сейчас я примерю ее. Вот такая вот курточка. Заказала за $16. Изначальная цена, по-моему, 120. Друзья, я куртка очень довольна. Напишите в комментариях, что вы думаете. Как вам эта курточка? Она действительно очень теплая. Я удивлялась. Я заказывала пару курток с Амазона, но всегда их возвращала. Или размер не тот, или не подходит. А этой курткой я прямо довольна. Очень классно. И цвет красиво подходит прямо под волосы. Я так думала. Я ее, наверное, оставлю. Нас Нолька покинула, она устала меня снимать, так что я поставила камеру на штатив, буду сама себя снимать. Так что извиняюсь, если другой ракурс. Друзья, продолжаем. У нас осталось еще, по-моему, 3 коробки. Давайте я начну вот с этой огромной коробки. Посмотрим, что у нас там внутри. Так. Надеюсь, что вам хорошо видно. А что у нас здесь? Смотрите, как много они добавляют этого пластика. Так, здесь у нас одна пара кроссовок. Не помню, кому эти кроссовки мы заказывали. По-моему, Лоэльке заказали или Наоми. Тоже была громадная распродажа. Да, это я Нолечке заказала. Вот такие вот кроссовки. Надеюсь, что вам видно. Мягкие, ей для физкультуры на школу. Бренд я не знаю, они были на колоссальной распродаже. Я решила попробовать обычную фирму. У них стельки очень хорошие для позвоночника, есть основа, поддержка. И я решила ей заказать. Она уже потом померит, и, может, я сделаю отдельное видео со всеми обновочками. И здесь у нас еще 2 коробки нашей любимой фирмы Under Armour. Здесь кроссовки должны быть для Дэвида. И она, да, вот такие вот Дэвид себе заказал черно-белые кроссовки. Он их уже много лет, ту же фирму носит, тот же стиль. Они очень хорошо носятся. Тоже нашел их на хорошей распродаже. Я сказала в начале видео, у нас распродажа была всего лишь 2 дня. Цена на распродаже была одна, сейчас эта цена как полная цена. Поэтому, к сожалению, я не могу. То, что я помню, я вам говорю. Остальное... Ну уж, поверьте, какая была распродажа. Действительно, очень классная распродажа. И вот такие кроссовки. Это для Наоми. Наоми себе заказала беленькие. Почти такие же, как у Дэвида, только белые. Они очень удобные, нога дышит. Действительно, очень хорошая фирма. Наверное, Under Armour это как Adidas, как Reebok или Puma. Они действительно классные, мы их очень любим. И все их носим. Здесь еще для школы я заказала School Supplies. Я что-то купила в Walmart, что-то заказала здесь. Но я обязательно сделала обзор Back to School. Это цветная бумага. Они выбрали. Вот 3 одинаковые заказала, чтобы никто не дрался. Хорошая бумага. Здесь это 12 на 12 инчей. И здесь их 30 листов. По списку нужны были салфетки для каждого класса. Заказала мне 3 пачки.
И альбомы. Это watercolor. Это рисуется водой, красками. В общем, называется watercolor. Это специальная бумага. Тоже от фирмы Strathmore. Очень хорошая фирма. Тоже вам очень рекомендую для детей. Она подороже обычной Walmart-ской фирмы, но это стоит того. Очень хорошая. Не пожалеете, если купите для детей. Вот такие вот три альбомчика для них. Двигаемся дальше, друзья. У нас осталось еще три коробочки. И в одной из коробок что-то, что я, чему я очень рада, очень ждала этого. Так. Здесь у нас, друзья, тоже подарки. И это подарки для... Один подарок для Наоми, один подарок для мамы Дэвида. Я не просто покупала на одежду, товары, но также и подарки, потому что было на большой распродаже. Эти две коробки – это горячая расческа. Что это делает? В общем, насколько я понимаю, мама Дэвида пользуется уже такой много лет. Я решила обновить и подарить ей. Ей скоро 80 лет исполняется, решила подарить ей новую. Что эта расческа делает? А вам вообще не нужен фен. Короткие или длинные волосы она сушит, но и также придает объем вашим корням и вашим волосам. Я решила взять одну такую Наоми тоже попробовать и одну для мамы Дэвида. Давайте посмотрю, если я смогу ее открыть. Я открою вам и покажу. Они две разные, просто разных цветов. Вот такая вот расческа. Вы видите, она большая, широкая. И, ну, в общем, расчесываете и сушите голову одновременно. И действительно, она меньше высушивает голову, она разглаживает волосы, получается, волосы очень гладкие и быстро сушит. Друзья, у нас осталось две коробочки. Откроем вот эту коробочку. Надеюсь, что вам видно. Надеюсь, что вам видно. Здесь пришло одеяло для моей кровати. Так, еще что тут пришло? Тут еще пришли от Body Shop, фирма очень такая хорошая. Пришли кремчики, сейчас покажу вам поближе. Что я здесь заказала? Кремы для рук и тушь. Заказала себе тушь такую. У меня сейчас страшно выпадают ресницы после вируса. Вот, и пытаюсь найти правильную тушь. И вот такие вот кремчики для рук. Я знаю, этот крем очень хороший, он на основе молока, миндального молока и меда. Так, друзья, здесь у нас постельное белье, по-моему, одеяло и две наволочки. В этот раз я решила заказать светло-кремового цвета под цвет стен. Спрессованы. Я думаю, что вам хорошо видно. Просто кремового цвета, такой же, как у Наоми, без всяких узоров. И, друзья, мы сейчас откроем последнюю посылку. Как вы думаете, что у нас здесь? Это посылочка для меня, то есть для нашей семьи. Но я это очень-очень хотела. И сейчас мы откроем, я вам покажу. У наших лучших друзей это есть. Каждый раз, когда мы приглашаем, когда мы приезжаем в гости, они это используют. Друзья, надеюсь, вам хорошо видно. Я очень рада этой посылочке. Я ее давно ждала. Она была на огромнейшей распродаже, поэтому я ее купила. Все, что я сегодня купила, это все, что или нужно детям, или нам нужно на осень. Также подарки, витамины. В общем, все самое важное. Пожалуйста, не думайте, что мы так тратим деньги, или что мы так покупаем все очень часто. Раз в год мы делаем такие закупки, потому что одежда нужна, цены идут вверх. И здесь, в принципе, все, что нужно сейчас нашей семье. Это не роскошь, а это то, что нам необходимо. Эта посылочка, то, что я заказала, это, наверное, больше для меня, потому что я очень хотела попытаться
готовить и использовать этот гаджет. Вот, друзья, посмотрите, что у нас здесь. Сейчас вытащим это. Друзья, это air fryer. Air fryer это, наверное, если правильно перевести на русский, это духовка на пару. Здесь все готовится без масла, а на пару. В общем, полезная еда и намного быстрее, чем в духовке. Небольшая, она очень компактная, удобно путешествовать с ней, если у вас минивэн или дом на колесах. Кстати, она очень удобная вместо полной духовки. Эта нижняя часть вытаскивается, и сюда кладется еда. Она очень популярна для картошки фри, для крылышек, для ножек, разной курицы, мяса, овощей, можно брокколи на пару делать. В общем, она полезная, туда не нужно ни воды, ни масла. А она вот так вот готовится. Наверное, когда я включу ее, здесь будут режимы. Выбираешь режим, запускаешь, и все готово. Так что вот такая вот у меня покупочка. Специально для меня, готовить для своих любимых домочадцев. Я очень рада. И прямо завтра начнем готовить. Что, друзья, это все. Наконец-то мы закончили. Но Валька устала, ушла просто в дом, поэтому я сама уже доснимала. Это все наши покупочки. Я надеюсь, что вам тоже понравилось. Я хотела вам сегодня показать, что можно реально купить на такой распродаже, которая делается раз в год на через компанию Amazon, на их сайте. Есть у нас похожая распродажа, которая делается в магазинах и в торговом центре. Это называется «Черная пятница», Black Friday. Она, по-моему, после Дня Благодарения, следующий день. Или после Рождества. Не помню. В общем, мы на такую не ходим, ничего не покупаем. Может быть, один раз были только. Но очень много людей, и оставлять детей среди ночи тоже никому не хочется. А когда делает Amazon, это все онлайн, ты сидишь спокойно себе, пьешь кофе, сидишь на диване и просто заказываешь с большими скидками. Еще один раз повторяю, это все было с огромными скидками. Но, к примеру, если я правильно помню, эта Air Fryer стоила, по-моему, $100. Я ее заказала или за 40, или за 35, может быть, даже дешевле. Вот такие вот неплохие скидки. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если вы живете тоже в Америке, вы наверняка знаете про Amazon Prime Day. Ну, а если нет, я вам сегодня немножечко показала, так что можно купить и как проходит эта распродажа. Спасибо большое, что зашли к нам на канал. Подписывайтесь, оставляйте нам комментарии, что вам больше всего понравилось. И увидимся в следующем видео. У нас задумано много интересных видео для вас. Пока-пока!